Чего вы все жрете постоянно? Не то, что надо. Рыбалки. Ты не руку мою ешь. Друзья, всем привет! Мы едем за нашим первым ульем. Сейчас привезем его, сегодня привезем и поставим себе на участке. Температура за бортом 26 градусов, 12 часов дня. Достаточно тепло. После того, как провезете, пускай они пару деньков адаптируются, облетаются там, привыкнут к месту, а потом нужно будет завернуть верхний холстик. Вы там увидите, они будут ползать. Можно дымарем дымнуть, если есть дымарь, можно просто отодрать и убежать. Ну нет, не убежать. Значит, что туда надо положить? Разбавляете в теплой воде, берете пол-литра воды и килограмм сахара. Угу. Разбавляете это все, чтобы хорошо растворился сахар. Можно прямо в горячей воде, можно даже в кипятке его. И потом охладить его градусов до 40 и вылить в такой пакетик, ну вот которым я вот огурцы ложил, вот такой пакетик. И вам нужно будет этот пакетик положить прямо вот так вот, завязанный хорошо, сверху, чтобы он не порвался, чтобы он лежал. Они потом его прогрызут и будут кушать этот сироп. То есть под эту, снять вот эту штуку и под нее положить пакет? Я покажу сейчас куда. Значит, вот сюда. Вот так вот. Поднимаете холстик, ну он тут со всяких тряпок, они тут сильно не привередливые, какое оно там. Вот просто так берете, вот они пчелы. Ну что, они меня кусают? Вот этот вот, еще пускай пару недель постоит, вот это от клеща пластинка. Она вон на зубочистке. Вот они, видите? Раз. Все, мы тут так это чуть-чуть. Пластинку через пару недель выкинете просто, а это надо будет через пару дней. И так приблизительно раз в 3 дня нужно будет ложить. Вот заливаете, завязываете, воздух оттуда выпускаете, чтобы он не был надутый. Это им на подкормку, это им на подкормку, да. Я это все делал, но как бы ну, лучше, чтобы оно было больше. У них есть и мед, у них все. Пока они к ним особо лазить не надо. Ну, вот вы видели, они спокойно отнеслись вон. Ну, если тут будет пчелка, ну так, разорвал, и она полетела. Раз в 3 дня, и сколько так, и на протяжении какого времени? На протяжении такого времени, ну, хотя бы раз 5.
Но если они какой-то перестанут брать, и будет остаток оставаться, то это считается, что они уже закормлены, и что им уже не надо. Они сейчас интенсивно идет засев, матка сеет, отводок, семья молодая, матка молодая, тепло. Она сейчас сеет, она сейчас идет увеличение количества поголовья тут, и, как говорится, им нужен корм. Вот. А корм какой? С осени закармливают, значит, вот так, пол-литра воды, килограмм сахара, будет такой густой сироп. Да, да. То есть мед у них тоже есть, но им маленькой семье много надо на зиму. Потом придется кандий давать, еще там как бы. Потом еще мы ее пролечим, мы бипином прольем, мы, когда матка перестанет сеять, мы прольем бипином там. Я расскажу, как все. Вот. Ну, это для начала, ну, чтобы она была у меня, как бы, всю зиму. А какой смысл тогда? Вы ничему не научитесь, ничего не... Вот. Выживет весной, дай бог, должна выжить, все будет хорошо. Нам только надо это, обмундирование прикупить. Ну, одно на двоих. Но они сейчас уже более злые, чем летом? Нет, они будут злые, когда будет холодно. То есть будет холодно, с ними аккуратно, ну просто это самое. Дымарек. Подходишь с дымарьком, в один литочек дымнул, во второй литочек дымнул. Так несколько секунд, они там уже знают, что какой-то тут пожар или что там это. И уже ты поднимаешь, уже не такая агрессивность. Ну, вам пока. Но под пальтишко только... тоже надо дымануть. Кого? Ну, дымарем. В литочек, а потом сверху тоже чуть дымнуть, ну, чтобы они успокоились. Ну, и вот так вот, как бы. А все остальные разговоры про пчел будут потом, потому что оно будет все по ходу. Чем я вам буду сейчас много рассказывать, вы будете тут же забывать. Перегруз информации. Да. Зачем? Файлы эти самые. Да. По папкам не разложишь. Да. Ну и все, вот, будем сейчас. Что-то они таскают оранжевые. Это пыльца. Это пыльца, у вас там тоже они найдут, что таскать. Ты видел? Ну, я вижу, да. Подойдите, посмотрите, поснимайте поближе. Алик, снимай поближе. Это Маргарита, это ее увлечение, вот ей интересно. Они таскают оранжевое, ты видел? Ну, а они всегда таскают так. Ну, не все. Пыльцу. Ну, есть груженые. Вот, по-моему, идут. Груженые, нет? Нет. Ну, я видел, да. Ну, сейчас нектара практически и нету. Может быть, отсюда что-то там выделяет, вот с таких вот растений. Вот, а, так... ну, а сейчас вообще у них мед какой там он? Разнотравие типа? Ну, сейчас у них... Или нет мед, его там? Сейчас у них мед есть, какой вот они собирали. Тот, который остался невыкачанный, на каких рамках. А-а-а. Был там, есть где-то части акации, есть и разнотравье, есть, может, какой-то там еще таскали. Но это им на зиму, вот, да? Может, подсолнух, это им на зиму. Ну, еще тут и у них нектар из, как говорится, сахара. Вот, это уже как бы и не мед, или почти не мед, или ну, это они не как совсем. Бы будут его есть, да, да, зимой питаться. Да, с сахаром хорошо зимовать. Муха, смотри, клетку подошла. Да, то отгонят. Она интересуется, видно это. Хочет залезть. Ну, она тоже проверяет свое. Они там жестко охраняют все это. Ну что, затыкаем и грузим? Да, можно и так. А, нет, не можно не затыкать пока. Можно... Нет, не, я не повытаскиваю. Да. Да, и вы же не можете, а то я забыл совсем. Угу. Эти, вот из 9 штук. А, сахарные вот эти пакеты. Сахарные пакеты подоставать. Один тот дальше кусается, я его буду последним доставать. Там противная эта. Семья. Семья, да, злая. Сейчас такой прикол был. Короче, у Юры злая семья, там он пакет убирал, его пару пчел укусило. И они что-то над ним летали, ему пришлось одеть маску,
Вот. И Маргариту тоже над ней что-то стали летать, на волосы одна пчела села, Маргарита говорит, ну его нафиг, в машину, короче, скрылась. Вот. А я говорю, а что ты скрылась, у тебя пчела сидит там. Вот. В общем, она скрыла Юру, точнее вышла, Юра снял пчелу, все, нормально. Сейчас еще одна семья злая, такая кусачая. Вот. Я боюсь. Злых пчел, добрых не боюсь. У нас, говорит, не кусачие. Ну, а я вообще их боюсь. Откуда я знаю, злые они или добрые? Ну, тебя кусала пчела? Нет. Мне надо, чтобы Юра мне посадил одну на руку, чтобы она меня укусила, чтобы мне начал... Тебе ни разу еще не кусали. Не, ну, кусали. В этом году меня не кусали. Мы, когда закончим, надо будет одну поймать и мне на руку посадить. Да зачем ее ловить, ты сам... А, или ты, в смысле, сейчас они меня это, руку покусают? Руку засунь в улю и все. Надо начинать с малого. Сначала один укус, потом два, потом можно три. Да не махши ты руками. Клоп вонючка на меня сел сейчас. Ну, клоп вонючка не страшно, пчелы его страшно. Я как? Не представляю, как мы его сейчас понесем. Ну как страшно? Потом привыкнешь, не страшно будет. Не, ну если одна сядет, не страшно. А представляешь, рой целый сядет. Так. Я сейчас оттянул их, ага. Потому чтобы они не прилетали. Угу. И которые хотят вернуться, они будут сейчас тут виться и обнимут улик. Ага. А так они будут сюда заходить и все. Их пустят. Их пустят, да, они попросят. Ну, их не пустых, наверное, пустят, а с этим, ну, с товаром, правильно? Да. Груженных, я слышал, пускают. Как получится. Будет у них там тот товар, не будет. Есть какая-то тряпка, чтобы его просто накрыть? Нет, да? Нету. Подожди, сейчас посмотрю, что у меня есть. А, нету. Вон твое только покрывало, которое на сиденье. А, ну, можно. Есть покрывало. Можно накрыть, да. Сейчас. Спокойно, бери за эту ручку. А вот здесь вот щель, не, они не вылетят? Не вылезут. А вон еще одна сила. Да не вылезут они. Ну давай, на всякий случай сейчас воткнем. Так, туда. Литком куда? Назад. Сейчас, вдвоем. Литком назад, то есть к двери багажника. Ага. Ну вот из этих дырок они не могут вылететь, да? Нет. Короче, всякий случай. Ну, я так короче, надо на лежачих полицейских притормаживать хорошо, а то так прыгнешь, крышка откроется. Будем притормаживать. И можно будет выскакивать. Так. Ух ты, будем. Тяжелый. Ну. Без рывков, без всяких этих самых. Аккуратненько. Опа. Это нормально будет это? Еще чуть-чуть, чуть-чуть. Туда. Вот. Там это зараза. А, все. Сейчас я поправлю. И накрывай покрывалом, наверное, весь его, да? Угу. Ну, вот так. Вот да. Так все. Ну, что-то он это качается. О! Все, да? Нормально. Там муха. Мух нам не надо, у нас свои есть. Его надо быстро будет вести. Ну, Маргарита Васильевна. Там же дышать нечем. Да, ну, да, 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 да. Короче, не пристегивайся. Ну, если что, мы на ходу выпрыгнем. Да. Это для постраховки. Да, на всякий случай. Они тогда вы откроете, они будут внутри этого. Вы просто положите и все. Все, едем. На всякий случай. Ну что, друзья, ситуация такова. Я уже думаю, а не зря ли я подвязался вообще на это дело. Короче, мы пока ехали, когда высаживали Юру, остановились, и пчелы полезли из улья. Мы не знаем, из каких щелей они там полезли. Вот. Но как Юра сказал, пока едешь, они это чувствуют, и они как бы
не вылетает. Ух ты, вон одна уже вылетает. Все, вылетела. Что, там нету? Нету. В общем, вот так это все выглядит. Вот откуда-то они снизу лезут. Ну, в общем, пока едешь нормально, мы решили, что сделать. Маргарита вышла на ходу. Ну, не на ходу, я остановился. Вышла и купила экипировку. Что там? Куртку. Куртку. Такую же, как у Юры, да? Вот, куртку купила и дымарь. Покажи дымарь. Что-то здоровый какой-то. Это самый маленький. Ну, как? Серьезно? Я видел вообще маленькие. Не было маленьких. Да? Вот, ну, короче, вот такие дела. И Юра говорит, как только остановишься, если там где-то щель есть, пчелы начнут лезть. Поэтому ты езжай, говорит, не останавливайся. Вот. Ну, вот едем, в общем. И пока Маргарита была в магазине, я не стоял на месте, а ехал там туда-сюда, развернулся по отрадной. Но она быстро достаточно вышла. Ой, что-то у меня прям стрессовая какая-то ситуация. Ладно. Едем. Еще, еще тащить этот улей. В общем, мы приехали. Пока ехали, пчел 25, наверное, 30 улетело. Где-то дырка, вон они выскочили. Я не представляю, сколько их сейчас тут будет. Юра говорит, ты прям с одеялом, типа, снимай. Вот. Надо еще один блок принести, да? Надо еще три блока принести. Боже спаси. Куда ставим? Вот где, где блоки, там и ставим. Здесь у огуречника? Да. А как будешь весной? Да ничего они не сделают. Ну да. Что, прям они вообще будут бросаться, что ли? Все, иди за блоком. Кошмар. Снимай покрывало. И чего? И что, пусть они залетают в улей. Снимай, снимай. Им жарко. Подожди, подожди, надо переставить. Блоки надо принести. О, сейчас я съезжу за блоком. Может, их плашмя лучше положить? Они будут устойчивее, мне кажется. Во. Хорошо командовать, когда другой под бомбежкой, так сказать. Да ладно, ты, у тебя защита есть, чего ты боишься? Алику никогда в жизни не было так страшно. Да? Да. Смешно. Так, замечательно. Неровно так. Ну ты еще по уровню только не выставляй. Жарко вообще, кошмар, да? А? Жарко. Да вообще, а мне как жарко в двойной одежде. Завтра еще жарче у нас будет. В отрадной 35 обещают, но у нас так, ну 34. Что, ставь. Где литок? Литком к посадке надо ставить на я юг. Я знаю. Я боюсь подойти, они летают. Да не бойся, это у тебя же защита есть, Алик. А. Что? На покрывало поставил. А как я тебе поставлю не на покрывало? Так снимай его, у тебя защита, не бойся. Ну, оттыкнуло. Да. Ну и все. Вот, друзья, наша семья. Теперь они стоят на своем месте. Я вот думаю, может чуть улей двинуть вперед немножко, чтобы не капало, ну, если будет ливень, чтобы литок у них, ну, понимаешь, да, не капало.
будет на блоке капать, и из блоков будет на литок. Он будет мокрый, а может и нет. Да нет, наверное. У них же просто это литок, а внутрь-то оно не попадет. Ну да. Ну вот так у нас появился улей с пчелами. Юра сказал, что их там, я говорю, там хоть штук 100-200 есть. Он говорит, 1008, говорит, вот. Нет, он сказал, 1000 несколько, может, 7, вот так, 8. Вот. Ну, я думаю, что так как мы его забирали не вечером, а днем, может, часть из них какая-то, может, половина была в полете где-то, поэтому мы привезли меньше. Ну, насеют на следующий год, будем надеяться. Молодняк. Единственное, что вот может, вот тут как бы сзади у них получается, они вон еще летают. У них там щель, а как ее закрыть? Это что-то мы не предусмотрели. Доски рассохлись. Это только если вечером поздно, я не знаю, запенить что ли. Или кто что посоветует. Передвигать я его больше не буду. Вот. Может, пеной пшикну. Туда, ну так, не сильно. Но они, я думаю, найдут вход. Да дело не вход, а то, что там сквозняки будут с одной и с другой стороны. Они, наверное, сгрызут. Может, поклевка по дереву. Не знаю. Ну, может, нам пчеловоды посоветуют, что сделать. Потому что поднимать его и гвоздями стучать там, это не вариант. Тем более доски уже гнилые. Влезут они здесь, по-моему, больше, да, чем там. У них теперь литок получился сзади. Можно, знаешь что, можно просто планку набить. Да? Ну ты будешь набивать планку? Ну ночью, наверное. Ну вот ты и набивай, я не буду набивать. Ночью. Ночью? Ну кто ночью ковыряется? В общем, посоветуйте, как это исправить на уже рабочем. Да, они уже в литке-то почти. Не, ну в литке тоже ходят. Просто получается это север. Как бы это не очень хорошо. Мы когда ездили по Дагестану, там часто было написано на всяких магазинчиках хлеб на сыворотке, хлеб на сыворотке. Я думал, ну сыворотка, сыворотка, хлеб как хлеб. Ну не хлеб такой, как лепешки. И вот вчера Маргарита приготовила хлеб на сыворотке. Очень вкусный. Такая вчера была хрустящая корочка. Необыкновенный вкус, он вкуснее. Это самый вкусный хлеб, который я когда-либо ел. И вот то, что Маргарита готовила до этого, он был тоже вкусный. Но вот этот, именно на сыворотке, незабываемый вкус. Друзья, кто не ел, не пек, не делал и не покупал хлеб на сыворотке, обязательно попробуйте. Очень вкусно. А у нас обед. Ну вот так как-то придавить, если. Ну не, не придавить. Надо, короче, пенить, наверное. Пену они, мне кажется, съедят. Ну они ж полиуретановые не съедают. А что им ее есть, зачем? Мне кажется, планочку набить просто. Можно из USB-шки и все, сверху. Прикрутить планочку. Вот эту щель закрыть. Смотри, она еще и тут лезет. Ладно, я думаю, советчиков много, нам посоветуют. Советы принимаем от специалистов, друзья. Ну, в общем, вот такое решение мы приняли. Поролончик запихнули и отверточкой туда. Ну, правда... А, вот еще есть у тебя, да? Угу. Может, его напополам разрезать и... А есть чем? Можно разорвать? Да, разорвать. Вот. Там, мне кажется, они уже больше не пролезут. Как жарко-то, а? Вообще. Особенно в этой роде. Завтра 33. Да. Ночь была очень теплая. Ну, вечер, когда мы ложились спать, это было, наверное, часов в 10-11,
20 градусов показывал на улице. На улице было теплее, чем у нас за все лето, наверное, 20 градусов ночью ни разу не было. А тут в сентябре. Вот. Законопатили. Ну да. Ну и все. Да все. Там уже особо и... А то мне кажется, сейчас чем больше сывать будешь, тем она больше, эта доска будет отходить. Нормально. Нормально. Все, видишь, они улетели отсюда. Да. Немножко крупного плана, друзья, для вас. С риском для здоровья. Я думаю, может, меня все-таки хоть одна укусит. Было бы неплохо. Ну, специально нарываться не хочу, но если укусит, ладно. Главное быстро вынуть жало, а то все начнут кусать. Прилетать на запах. Вот они. Пчелки. Семейство стукановское. Но им не до нас, видишь, они работают. Изучают сейчас, облеты сделают, запомнят. И все. Будем качать мед. В следующем году. Да. Надо будет еще улей поставить. У нас там есть, надо его будет отскоблить. Дымарь у нас уже есть. Приобрели. Ну, правда, он самый такой простенький, дешевый. Вот Маргарита купила куртку. Вот эту, ну как она, роба, короче, это, пчеловода. Но купила размером на себя, подобрала. А я ей говорю, вот если бы ты купила размером на меня, и я бы мог ходить, и ты бы могла ходить. А так только ты можешь ходить. Вот то, что я сегодня одела, она прям мне вообще жмет впритык. Ну, в принципе, я тоже могу залезать. Я не могу поверить, что у нас пчелы. Как Юра сказал, жить на хуторе стуканов и не иметь ульи, это непростительная ошибка. Потому что все стремятся с округи, наоборот, приехать на стукановку и поставить здесь свои ульи. Летом там просят кого-то, чтобы на их участке разместили. А мы живем тут, и мы не размещаем. Ну вот у нас первые ульи, друзья. В общем, если ролик понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, у нас все. Всем пока. Пошли. Пчелы пчелами, а козы хотят гулять. Дашка, 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 Дашка. Дашка. Пошли. Пошли, 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 пошли. Дашка, ну ты чего? Чё ты? Иди. Ну чё она там? Хочет откусить кусок цветочка? Пошли. Пошли гулять. Всё, пошли. Жданка, хоть бы от ворот отошла. Не говори. А она всё время это делает перед воротами. У неё как правило. Всё. Ну. Кабан. Пошли. Цоп-цобе.